трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автомобильное топливо в России продолжает понемногу дорожать. По данным Росстата, с начала года стоимость бензина выросла на 4,6%, дизтоплива на 3,7%. При этом уровень инфляции менее 3%. Литр 92-го в среднем по стране стоит сейчас 37 рублей 1 копейку, 95-го 40 рублей 4 копейки, солярки 38 рублей 3 копейки. Трасса 101. ГИБДД будет добиваться возврата технического осмотра под свой контроль. Об этом заявил новый руководитель ведомства Михаил Черников. Однако речь идет не о всех транспортных средствах, а только об автобусах и грузовиках. Частным транспортом, отметил главный госавтоинспектор страны, пускай занимаются страховщики. По его словам, в настоящее время полноценный контроль за техническим состоянием автобусов и грузовиков вызывает большие сомнения. Также Михаил Черников обозначил на перспективу еще два момента. Организация аукционов по продаже красивых госномеров и включение в электронный паспорт транспортного средства информации о полученных автомобилем в ДТП повреждениях. Трасса 101. Ульяновский автозавод представил свою новую модель – коммерческий автомобиль УАЗ-Профи. Его серийное производство стартует в сентябре. Машина грузоподъемностью 1,5 тонны будет оснащаться бензиновым двигателем ZMZ-Pro мощностью 160 лошадиных сил. Комплектации две – стандарт и комфорт, стоимостью от 649 тысяч и 699 тысяч рублей соответственно. В перечне оборудования присутствует подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, зеркала с обогревом, а за дополнительную плату можно установить кондиционер, обогрев лобового стекла и так далее. Toyota Land Cruiser Prado лидирует в списке самых приобретаемых в России машин с дизельным двигателем. Минимальный ценник авто сейчас 2 миллиона 807 тысяч рублей. На втором месте, по данным агентства «Автостат», Toyota Land Cruiser 200, стоимость которого начинается от 4 миллионов 132 тысяч рублей. Дизельная версия Renault Duster, минимум 925 тысяч, занимает третью строчку. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.